Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, всадники Олуха. Так, почему у меня Беззубик сидит без дела? Кто мне подскажет? А знаешь почему? Потому что я его хотел отправить на поиски флагштоков. Да-да, именно их, но для этого нам нужно с тобой глянуть, где они находятся. Где их можно вообще добыть. А ну-ка. Длинный пляж, малые острова и кладбище драконов. Ну, естественно, пойдем, наверное, на длинный пляж. Тут все-таки быстрее, да? И по рунам, в принципе, недорого. Поэтому пускай летит. Надеюсь, мы быстренько с тобой насобираем эти флагштоки и откроем еще одного легендарного дракона. Так, сегодня я хочу допройти, ребята, вот эту вот угрозу парящий сюрприз. Надеюсь, у нас все пройдет без сучка и задоринки. Так, а здесь мы забираем с тобой пак. Престиголов, так, душитель, дикарь костолом и все. То есть нам надо еще будет с тобой сегодня на арену сходить, да, чтобы забить все ячейки. Так, эти у меня, я смотрю, тут рыбы уже наловили. Мы забираем рыбу и сразу же отправляем их на дальнейшие поиски. Древоруба мы, наверное, тоже отправим на рыбу. Костолома тоже. Так, дракончиков нам нужно с тобой отправить в путешествие, в приключение. Так, драконий край, пускай летит. Грамгильда. Кривоклык, что у тебя здесь? Что ты нам нашел? Яйцо. Окей, летные уроки пускай делает бесплатно. Так, барсик. Барсик нам, наверное, яйцо, да? А нет, руны. Руны принес, никаких форм, бесплатно. Так, ну а ты что у нас, сарделечка, а? Что-то нам, яйцо тоже, да? Что вас потянуло на яйца-то, ё-моё. Так, предупредите Дагура. Вот пускай идет, предупреждает. Цветочек, а, ну это понятно, ребята. Это у нас для клуба драконьих наездников. То есть мне это не светит. Не очень-то и хотелось. Обмен, я отказываюсь. И смотрим, что здесь. Конечно, хотелось бы вот это все получить, ребята, потому что это новые элементы, которые нам скоро пригодятся. Но мне жалко очень тратить наши руны. Давай-ка мы займемся, наверное, прокачкой. Прокачкой кого? Вот. Громобойчик, давай-ка мы тебя... Погоди-ка, я не понял, что такое? Кормить? Ай-яй-яй. Рыбы, рыбы, ребята, нету, к сожалению. Пускай летит. Ты тоже давай за рыбой, все за рыбой. Ух ты, 11, почти 12 миллионов рыбы, ты прикинь? Добывает нам кревет. Обалдеть, тогда подожди секунду. Вернись. Я тебя прокачаю и отправлю на обучение. Так, он у меня получит, ребята, 72 уровень, по идее, да? Это будет круто. Здесь у нас, ага, шторморезик тоже. Но у него, как ты видишь, намного больше требуется ресурсов, пускай пока летит за древесиной. Вроде бы всех отправил по делам, да? Вроде бы как всех. Так, погоди секунду, что у нас тут показывает? Ну, дневная фурия, она закрыта. Что вы мне тыкаете-то на нее постоянно? А, забрать что? И здесь тоже закрыто. Что вы меня обманываете? Ну что, друзья мои, отправляемся с вами на Жадноглот. Ух, как он смотрится. Фух, была не была. Я надеюсь, что мы сегодня допройдем все-таки с тобой это событие. Слушай, а может быть нам надо было все-таки вместо... Нет, пускай барсик будет. Пускай будет барсик. Не будем с тобой искушать судьбу, да? Три волны, и первым, кто встречает, это громобой. Так, он начинает контратаковать. Получи и распишись, парнишка. Укусик. Еще ударчик. Так, что он там сейчас будет? Хе, промахнулся. На тогда тебе. А здесь у нас кто? Ага, шторморез и костолом. А что мы можем с тобой сделать? В принципе, много что мы можем заморозить. Можем взять под контрольку. Но пока я этого делать не буду. Энергии у него мало.
Он ничего такого сильного нам не сделает. Ага. Не сделает, сделает. Оказывается, да? Ну что ты там хочешь сделать, а? Добиваем. А этот у нас под усиленной атакой. Неужели будет разбег? Ого. Так, секунду. Что мы будем с собой делать? Наверное, брать в слепоту его. Желательно бы, конечно, хильнуть мне моего барсика. Ты посмотри, что он делает, а? Атакует именно его. Кривоклык, ты как там? Отлично. Так, сейчас будем с собой хиляться. А что он там хотел сделать? Что-то сделать хотел, но у него не получилось, ребят. Добиваем. И последняя волна. Кто у нас тут? Престиголовый, да, и Шторморез. Да хорош ты уже, а ты посмотри. Че, будем замораживать, наверное, тогда? Чтобы не рисковать, чтобы не потерять нам, да? Нашего барсика. Сделаем именно вот такой вот маневр. Отлично. Так, теперь хильнемся и будем разбирать вот этого шитика 16 уровня причем. А давай ударим. Ну, в принципе, ребят, тут победа за нами. Он ничего не сделает. Все. Крутим колесо и смотрим. Рыба, да, выпадает нам. Отлично. Ну и забираем, ко всему прочему, 100 рун. Скоро, кстати, будет 5000 рун у нас. И мы с тобой переходим куда? На мини-боссика. Два мини-босса будет, и в конце уже самая главная битва. Битва титанов. Ну-ка, кто у нас тут? Я вижу прихвостень плюс шепот смерти. Начнем с шепота. Хотя, кто из них серьезнее, да? Тут, ребята, очень тяжело сказать. Они оба мощные и оба вредные. Пока живем. Скорее всего, нам нужно будет с тобой сейчас хильнуться. И вот здесь бы нам бы очень хорошо зашел бы именно Шторморез. Потому что он хиляет всех. Причем очень сильно. Ты посмотри, что делает прихвостень, а? Сколько он нанес урона, а? Так, успокойся, а? Вот он докопался до барсика, а? Сил у меня нету на него. Так, здесь у нас кто? Громгильда, ой, Громгильда. Злобный змеевик плюс... Ага, это мини-босс. Мы будем с тобой делать тогда следующее. Или лучше заморозим. Заморозим, наверное, лучше. Поехали. Делаем заморозочку и начинаем бомбить злобного змеевика в первую очередь. Они оба мини-боссики, поэтому урон будет, конечно, от них колоссальный. Давай так ударим. Что он там хочет сделать? Ну ты видишь, да? Шпарит как. Это очнется или нет? Скорее всего, очнется, но нам по барабану. Заморозку я пока делать не буду. Я, наверное, просто так вот ударю. Сделаем так. И слепоту. А вот после того, как мы повесим на него слепоту, будем с тобой уже хиляться. Я думаю, это оптимальный вариант. Только вот как хиляться, я пока не знаю. Так, он второй раз ходит. Ага, теперь хиляемся. Блин, нам бы еще, конечно, бы немножко хильнуться. Так, скала плюс душитель. Хорошая компания тут у нас стоит. И они, опять же, мини-боссики. Заморозочка, отлично. Сейчас, пока не будут у нас в отключке, мы с тобой будем разбирать, наверное, душителя все-таки. Потому что он быстрее разбирается, да, и легче. А теперь надо хильнуться и бомбить этого, эту скалу, глыбу. Так, кусаем. Бомбим.
Нам нужно его взять, ребята, в слепоту. Так, он сейчас будет, я не знаю, 3 энергии, он что-нибудь оглушает. Оглушает он. Ну что ж, будем знать. Тут ты, конечно, не прав, Аркаша. Получи и распишись. Ударчик. Ну, остается совсем маленько ему. Так, Кривоклык, наверное, его сейчас уничтожит. Да. Ну что ж, двигаемся тогда дальше. Крутите колесо. Крутим. И достается нам опять рыба. Здесь дополнительные награды нам не светят. Ну что же, у нас еще один бой. Здесь уже, я так понимаю, будут обычные драконы. Даже не мини-боссы. С которыми, надеюсь, я быстренько мы разберемся. Опять шепот смерти и Драгур ждет нас. Поехали. 13 уровень как раз нам по плечу. Слушай, разве это Драгур? По-моему, это все-таки Кривет, просто Титан. Или он не так выглядит? Опа, сейчас будет суперудар. Смотри, он не стал делать. Почему? Ведь мог же. Опа, ничего себе, влепил, ты видел? Я в шоке, если честно. Слушай, я не хочу так рисковать, наверное, мы... Давай в слепоту повесим. Слишком рискованно. Тем более с его частыми заходами. А вообще опасно, ребят. Так, кусаем. Конечно, хочется хильнуться. Но не получается. Опять он? А, их тут трое. О-оу. Сейчас влупит. Кого будем бомбить? Наверное, вот так вот сделаем с тобой в первую очередь, да? Ой-ой-ой, что же они делают? Изверги. Заморозка, срочно. Срочно нужна нам с тобой заморозка. Пока не тут в отключке, будем разбирать Драгура. Потом. Давай так сделаем. Хиляемся. Этот сейчас будет ходить. Кого кусает? Молодец. Хотя бы здесь у нас защита сработала. Ну и остается ужасное чудовище. Так, я, наверное, все-таки хильнусь, да? Я хильнусь. Кого он будет кусать? Это ерунда. И мы его добиваем. Третья волна. Кто у нас здесь? Крылатый ужас, Громель и плюс Костолом. Хм, ну давай так. Крылатый ужас, понятное дело, что он делает. Теперь Костолом. Ну я уже понял, что они хотят сделать. Они уничтожить хотят ветрокрыло мне. Я буду сопротивляться до последнего. Так, Кривоклык уничтожаем. Что будем? Хильнемся. Теперь, наверное, будем все-таки уничтожать... Да, Костолома. Я понимаю, что он, конечно, усиленный. Но если мы его сейчас с тобой не разберем, то это может плохо для нас кончиться. Так, Барсик, ты сможешь его вырубить? Прекрасно. Ну и все, ребят. Берем в слепоту... И начинаем его тут таранить. Поехали. Естественно, он зеленый. Будет очень долго и медленно разбираться. Но куда деваться. Зато безопасно. Фаербол? Нет. Я думал, будет фаерболы сейчас выпускать. Только Кривоклык ему наносит хороший урон. Ну, потому что это... Хищники, да? Сила... А это защитники, вот поэтому они, ребят, и атакуют так сильно. Все. Погнали дальше. И опять рыба. Мы уже с тобой 60 миллионов рыбы получили. Так, и забираем 500 вымпелов. Прекрасно просто. Вымпелы нам пригодятся. Ну что, мини-босс. Друзья, блин, я хотел... Ай-яй-яй, я хотел за этого поменять, блин, забыл. Барсика хотел сменить. О-оу. О-оу, тут проблема. Ребят, тут большая проблема. Они два красных, сейчас будут, естественно... Ого! Ты посмотри, сколько урона наносят, эй!
И это сейчас еще подключится. Ну, конечно же, подхалим. Блин, надо, знаешь, что делать? Вот так вот. Иначе крышка будет. Да блин, я даже разобрать его не могу, а. Они сейчас, естественно... О, сейчас супер удар будет. Упс. Я в шоке. Нам еще и заблокировали способности. Так, лечим. А как дальше быть? Они потом опять вдвоем будут ходить. Ладно, мы тогда, знаешь, что с тобой сделаем? Вот так вот. И вот этого будем атаковать. Потому что пока другого варианта я не вижу. Блин, бедная... Бедный барсик мой. Тю-тю-тю-тю. Давай сюда, наверное, сделаем укус. Сюда атаку проведем. Этот добивает его. Эй, кривоклык, ты что там присосался? Вешаем сюда, ребята, слепоту. И нам нужно хиляться. Я не могу тратить дальше все, потому что мне это нужно будет. Блин, укус. Отхил. И добивка, да, получается? Ай-яй-яй. О-оу. Так, начнем с красных. Потому что зеленых, ну, естественно, долго будем пробивать. И урон у зеленых не такой сильный, блин, как у красных. И хиляться. Все, остальное, ребят, бросаем с вами на отхил. Сейчас вот с этим только разберемся вначале. Хиляемся. Так, кого будем с тобой, наверное, этого валить? Или этого? Давай так. Громорога. Кусаем. Этот очнулся. Ё-моё, разбег, кому? Упс. А другого варианта не было, ребят. Или бы мы потеряли бы с вами его, или что. Вот я хинул. Ну, если что, придется, может быть, даже покупать за руны. Если вот ничего не поделаешь, да? Если у нас не получится ничего. Но я думаю, здесь мы должны выжить. А вот с боссом уже, с действительно боссом. С гигантским. Я даже не знаю, что мы будем там делать. Так, этого добили. Этот будет разбег свой делать или что? А, все. Ничего он не будет делать. Он будет просто промахиваться. Угу. Удар. Еще удар. Ну да, быстро мы с тобой, конечно, эти груши слили. И вот теперь сижу и думаю, а стоит ли мне вообще отхил делать? Наверное, не стоит. Просто бомбим его и копим энергию для следующей, ребят, волны. Для последней. Ох ты. Ё-моё, это мини-боссики. Это мини-боссики. Они втроем, да, будут ходить? И сразу все на кривоклыка. Все. Всей ордой. Нет, не всей. Но все равно, ребят, неприятно. Давай заморозку делать. Вначале берем с тобой шепот смерти в разработку. Это нам его долго что-то придется разбирать, если честно. Посмотри. И успеем ли мы? В принципе, должны. Сейчас он, конечно, сделает кому-нибудь укус, и это будет, наверное, кривоклык. Упс, это был далеко не укус, ребята. Это было просто тотальное уничтожение. Ладно, еще есть надежда. Давай сюда ударим. Блин, один барсик только у меня здесь, а, ребята, орудует. Один барсик, ну, наносит существенный урон. Сейчас этот еще очнется. Промахнулся, слава тебе. Как говорится, да? Ну что, добьем. Этот сейчас будет понижать броню. Не получилось у него почему-то. А мы, знаешь, что сделаем? Мы, наверное, заморозим. Блин, как мы с тобой на последнего босса пойдем без этого, без отхила, я не знаю.
Видишь, что творит. Так, ну что, с горем пополам выиграли здесь. Остается последний у нас с тобой поединок в этом испытании. И тут древесина. 20 миллионов древесины нам подает. Лучше бы все-таки выпала рыба мне. Ну что, друзья мои, последний поединок. Ох, надеюсь, мы здесь справимся. Сколько? Здесь всего две волны. Но какие волны? Ты посмотри. Это будет люто. Это, друзья мои, будет вообще, наверное... Надо было мне... Ай-яй-яй, я сейчас такую чушь сделал. Я думаю, вы, наверное, поняли, да? Где я сейчас лопухнулся. Ладно, будем надеяться, что выживем. Но... Это ерунда. Так, будет ходить... Блин, а как он сходит? Ну, он сходит, наверное... Хиляться, что ли, придется? Придется так вот делать. Угу. А вот теперь вот, что я хотел сделать. Погнали. Пока есть энергия, надо ее, ребят, тратить. Добивка. Дальше. Ну, придется с этим разбираться. Упс. Оу! Да ну! Блин, ты посмотри, что сделала. И чё? И как нам теперь? Ти, я ума не приложу. Как мы тут сейчас будем с тобой? Ну, ладно, этого будем, если что, брать. Хотел сказать, в слепоту. Я вот так вот сделаю. Блин, ну мне придется его ударять. Или просто замораживать. Я не знаю, как тут быть. Блин, трындец, короче. Ну что, его кусану. Он сейчас сделает свой суперудар, естественно. Ай. Я думал, немножко будет посерьезнее. Но это еще терпимо. Ну что ты там? Так, ударяем и кусаем. Смотрим, друзья мои, последняя волна. Ядрить тебе на корень. Ты посмотри, что здесь. Ты посмотри, что здесь у нас находится. О-оу. Заморозка тут полюбасику. Блин, а выживем ли мы? Да заморозки-то. Хо-хо-хо, кусает, ты посмотри. Я не знаю, как нам тут быть. Просто не знаю. Ну давай я кусну здесь. Ну вот как быть? Это последняя волна, последняя. Неужели вот так вот нам придется с тобой? Ну это фигня полнейшая. Какой драгур вот это будет ходить первым? Вот этот или вот тот? По-моему, он тот, да? Просто если он сейчас ударит... Короче, ребята. Ну, пришлось мне вот так вот сделать. Это просто перестраховка. И смотри, я не того, ребята, оживил. Ай, кусается, как больно. И эти все сразу очнулись. Это получается... Ох, сейчас получится фигня полная. Нет, надо их срочно в сон. Срочно в сон. И вот этого теперь разбирать. А у него энергии, ты посмотри сколько. Если он сейчас влупит, кого-то сейчас завалит. Это трэш. Если я вот так вот сделаю. Хиляться. Хиляться, да? Другого варианта нету. Ну что, погнали. Сейчас мы этого будем тут до следующего рассвета бомбить. Кусаем. Заморозка не будет? Нет, не будет. Блин, я хочу взять слепоту. Если мы его ослепим, все.
Отлично. Теперь будем его бомбить. Так. Очень жесткий типок, как ты видишь. Ну, вот так вот я бомбану, к примеру. Оу, а с чего вдруг-то? Так, может быть, это и к лучшему, ребят. Что вот так вот сейчас произошло все. Еще творит. Кусаем. Какой сильный, а? Какой гаденыш сильный. Сделаем так, плюс укус. Смотрим. Ну все, тогда ему крышка, ребят. Нет, замораживать я не хочу. Наверное, все-таки сделаем так же, да? Возьмем его в слепоту. Ну и, в принципе, ему крышка сейчас должна быть. Два или три удара, и все, он спечется. Да, практически все потратил, ребята. Даже пришлось что-то докупать за руны. Ну, потратил, да, руны и приобрел. Выпадает нам опять древесина, 28 миллионов на этот раз. И, ну, хоть какую-то, ребята, часть рун мы все-таки с тобой компенсировали, да? Я потратил 285, по-моему, а 200 мы с тобой забрали. Но зато у нас полностью пройдено это событие. Нам остается ждать с тобой следующих, да, испытаний. Что-нибудь здесь мы с тобой получили? Да нет, ничего, у нас есть рыба. Кстати, рыба. На кого там у нас не хватало? По-моему, сюда, да? Вернись. Очень дорого, конечно, стоит. Но ничего не поделаешь. Пускай дальше идет добывать. Ну что, друзья мои, давайте, наверное, на аренку быстренько сбегаем с вами, да? Там у нас ячейки, как говорится, свободные есть. Надо бы их подзабить. Так что вперед. Здесь я вернул Барсика, да, в прошлой серии. Ну, если пойдет что-то не так, мы возьмем с тобой обратно Штормореза. Хм. Но ведь это не Брюхохват же, да, ребят? Не легендарный? По-моему, нет. Твою налево, мелкий обьет, как я не знаю кто. Ох, ё. По-моему, все, потеряли мы с собой Ветрокрыло, скорее всего. Потому что, ну, тут уж больно мощные, ребят, атаки идут. Трэш. А если я сейчас потеряю его, мы сфейлимся, скорее всего. Почему? Потому что нам неким будет с тобой, как сказать, замораживать. Ну, конечно, мы можем сделать. Упс, по-моему, уже ничего не сделаем. Еще и немоту повесил. Зашибись. Так, синие против красных, да? Синие против красных. То есть вот этот хорошо будет бомбить этого. Но я не могу его взять в слепоту, а этот сейчас... Ага, вон куда он переключился. Так, удвоение энергии. Все, по-моему, потеряли мы с тобой крю... Погоди-ка. Оу, даже так? Да ну, ребят, это просто удача. Это удача просто какая-то. Ты посмотри. Круто получается тогда. Возможно, мы даже с тобой здесь еще... Ага. Что-то у нас какая-то атака вот здесь вот слабенькая. Совсем слабенькая. Он хочет выйти на ничью, но я поверю... Поверь мне, это у него не выйдет. Он не успеет. Потому что Барсик неплохо его тут мурыжит. Он, как всегда, промахивается. Ну что, добиваем? Слушай, ну неплохо справились все-таки. 16 уровень, да, шепот смерти? Ого, промахнулся, молодец. Так, давай, наверное, вот так сделаем с тобой. Шипорезом мы займемся попозже чуть-чуть. Буквально как только разнесем, наверное, вот этого вот шепота.
Блин, плохо, что у нас пониженная защита. Сейчас они все, естественно, будут ветрокрыло бомбить. Нет, не все. Ах ты, что тогда можно сделать? Фу, я даже не знаю. Заморозить их всех потом, да и все. Вот что можно здесь сделать. Раз. Так, этот куда бомбить? Он сюда, скорее всего, будет. Ну и этот подхалим, естественно. Ну вот и все, и доигрались, да, ребятулечки? Теперь моя очередь. Погнали. Всех в сон. Сюда укусик. Да как так-то? Как он? Достали они вот со своей этой инициативой повышенной. Да, это ребята только синие могут сделать. Так, сейчас будет суперудар, походу, делать. Нет. Ну, раз не сделал, значит, все, ребят, значит, проиграл. Или сейчас сделает. Что-то он там тупит. Его тупость его же и подвела. Два 16 уровня и 15. Так, подожди, драгур? Нет, это уже кревет, походу, дела. Вот как тут? Ну, по идее, нужно... Если этот сейчас баф свой повесит на третьем ходу, будет плохо. Фигею. По-моему, крышка кому-то, не? Я просто жду... О, промахнулся. Я просто жду, не дождусь заморозки. И она... Еще рано. Еще рано. Слушай, может быть, нам все-таки сделать, знаешь что? Дурацкая будет идея, да? Блин, ну я боюсь, мы не доживем, пока у нас ветрокрыл будет что-то там делать. Давай так сделаем, пускай. Пускай он бомбит по ним. О, видишь? А он еще, ребята, усилил себе атаку. Великолепно просто. Так, ты, главное, все хочет уничтожить меня. Это посмотри. Давай сюда, наверное, укусик сделаем. Неужели потеряем? Давай, усиленная атака, убей кого-нибудь. Офигенно он, конечно, бомбит. Ну что, я предлагаю, наверное, избавиться от него, да, теперь? Дальше, теряем кривоклыка. Тут понятно, ребята. Ну и заморозка. А уже под заморозкой мы разбираем их всех. В этом плане нам поможет с тобой Барсик. Раз. И добивка. Изумительно. Вот, ребятушки, и пак вождя. Кревет, все-таки это кревет. А драгур, он немножко по-другому выглядит, да, фиолетовым. Шипорез, лаварык, пристиголов и шторморез. Костолом дикарь еще. Барсик и вепрь. Вот такие у нас, друзья мои, паки. Два обычных и один редкий. С редкого, пожалуй, и начнем. Ну что, поехали еще, да, наверное. Получим последний пак вождя и будем закругляться. Все равно начать схватку, конечно. Смотрим, какие тут дракончики. Ох, 17 уровень, ё-моё. Ну что же, 17 уровень. Я пока его трогать не буду, я, наверное, начну с того, кто быстрее разбирается. Потому что мы пока сейчас будем с тобой его бомбить, нас вот эти вот охламоны завалят. А так мы с тобой сейчас пристиголового завалим, наверное. Хотелось бы, конечно, его бомбануть. Ну что-то мне подсказывает, сейчас будет паршиво. Особенно если этот фаербол сейчас зарядит. А, вот об этом я и говорил. Трындец. Потеряли Барсика. Ну что, теперь делаем заморозку тогда. Если мы сделаем с собой заморозку, нам, естественно, надо бомбить в первую очередь Громоли. Но у него сейчас, ребят, если он начнется, а он начнулся, сейчас еще один фаербол полетит в нас. Жутко, конечно, все это. В плане, он опять собирается сходить, ты прикинь? Он опять собирается сходить. Что за дела-то? Если я сейчас хильнусь,
Нам нечего будет делать с тобой тогда, да? Трындец, конечно. Это сейчас просто ударит. Фаербол. Фаербол все-таки, друзья. Я в шоке немножко пребываю сейчас, если честно. Что это за дела-то тут происходят? Нам надо хиляться и как-то наказывать Громорога. Слушай, ну может быть у нас получится все-таки его наказать. Да, получится. Мы повесили на него слепоту. Теперь он два хода ничего не сделает. Ага. На ничью, ребята, хочет выйти. Он хочет выйти на ничью. Блин, как сделать? Ну давай вот так вот. Допустим. Кусаем. Отвали. Да чтоб тебя, а. Я же говорю, друзья, на ничью он хочет выйти. И, по-моему, у него это получится. А может быть и нет. Слушай, скорее всего, уже нет. Мы его сейчас замораживаем, и я его докусываю. Вот так вот. Погнали дальше. У нас очередной бой, и здесь, ребята, плачевные дела. 17 уровень и 2-16. При всем при этом, тут смотри, громобой красный. Я боюсь, ветрокрылу сейчас не поздоровится. Он еще и кастанул себя с усиленной атакой. Молодцы просто. Ну ты сам видишь, чего они тут добиваются. Слушай, сейчас мы сделаем с собой заморозку. И возможно, возможно у нас все получится. И если сейчас громобой крякнет, мы с тобой будем брать теперь. Так, кого лучше-то? Наверное, вот этого бомбить. Так, что-то сейчас будет. Наверное, суперудар, не? Не стал делать. Тогда все. Давай заморозку сделаем. И вот так. Плюс укусик. Ах ты, подожди. Хиляется. Хиляется, друзья мои, он. Мало того, что он отхилялся, так он еще на себе щит повесил офигенный. Но мне кажется, что это бесполезно все. Добить он никого не добьет, потому что энергии мало, суперудара у него нет. Плюс он вообще промахнулся. Ну все, парень. Адьюс. Нам нужно победить с тобой двух драконов. А вот сможем ли мы с тобой это сделать, не знаю. Потому что тут... Ну что это такое, а? Гром или костолом 17 уровня, плюс они зеленые. Как тут с ними справляться сейчас? Пока не знаю. Меня удивляет, блин, вот этот вот. С какого перепуга? Он зеленый, он страж. С какого фига он имеет такую же атаку, когда он и красный имеет? Да. Ну, я так понимаю, ты тоже, да, догадываешься, что ничего нам тут с тобой не светит вообще. Просто вообще ничего не светит, потому что нас сейчас тут будут... Мы потеряем Барсика. Этот сейчас кого будет атаковать? Ох, ё, он даже по своим бомбит так сильно, что у меня аж в глазах все замельтешило. Ну, давай, потом этот опять будет делать свой... суперудар. А, нет. Я думал, фаерболы будет ставить. Ничего подобного. Я опять же беру на него слепоту. Ох, ё, сейчас будет разбег. А вот здесь я лопухнулся, ребята. Я вот здесь лопухнулся по чернаку. Хотя, нет. Не выйдет у меня ни шиша. Он все-таки добьет. Конечно, добьет, ребят. Воу. Слушай, так подожди, может быть все не так плохо? Или все-таки плохо? Пока не пойму. Наносим удар, делаем укус. Да, все хорошо. У нас с тобой успеет накопиться энергия.
Удаляем. Опять же, слепота. И он как беспомощный котенок елозит туда-сюда, не знает, что ему сделать. Но если мы промахнемся, да, или что-нибудь сделаем неправильное движение, нас распечатают моментально причем. Но, наверное, это будет в другой жизни. Бамс. Так, нам нужно успеть. И мы успели. Ну вот и пак, который мы с тобой заслужили. Громель, шипорез, костолом, лаворык, крылатый ужас и экзотический дымодышащий. Плюс Громгильда. Как-то вот так на сегодня, ребята. Вот такое меню у нас вышло. Забираем 10 рун. Так, в обороне, но это я не хочу. Ускорение я тоже не буду сейчас юзать. Я хочу следующих новых, ребята, испытаний. Дракон уникальный. Слушай, это же дракон у нас из Шрека, насколько я помню. А что это он здесь делает? Не понял. И они его сюда... Драконослы. Нифига себе, они тут влепили. Они всех драконов со всех мультиков, что ли, решили сюда воткнуть. Наверное, да. Ну что, сбор у нас с тобой идет. Давай вот так вот отправим. Этого тоже, пускай они все собирают. Как говорится, не ленится. Ну, а я на этом буду закругляться. Всем большое, погоди. Всем большое. Вначале мы отправим кого-нибудь учиться, прокачиваться. Например, вот этого. Лети. Этого надо покормить. Новая способность. И пускай тоже летит, учится. Ну, чтобы ячейки, друзья мои, вот эти не простаивали. Кстати, мы можем с тобой открыть еще одну. Угу, мы можем открыть. Давай сделаем. Опа, и 30 вымпелов заработали. Значит, кого-то еще можно отправить нам обучаться. Ну, например, вот этого болтуна. Или подожди, вот, вот этого Буйволорд. Пускай летит. Ну, а теперь уже точно все. Так что, ребятушки, до новых скорых видосиков.